Госуслуги в массы. Представители МВД провели встречу со студентами Ивановского государственного университета. Задача – рассказать о преимуществах портала госуслуг. Впрочем, все давно известно. Время экономит, получить некоторые справки можно прямо на электронную почту, не выходя из дома. Чтобы не стоять в очередях различных ведомств, достаточно зайти на портал и создать и подтвердить личный кабинет. Наиболее востребованы молодыми людьми, как правило, следующая операция – получение справки об отсутствии судимости. Такая требуется при устройстве на работу. Оформление загранпаспорта и смена российского паспорта. Со мной представители, как я уже сказала, ГИБДД. Через портал государственных услуг, регистрируя, например, автомобильный транспорт, получая права, тоже через свой личный кабинет, экономим время. Помимо всего этого, существует 30% скидка на оплату различных пошлин за данные виды услуги.